Петрозаводск. Через военкому на Царенусу. Вашу телеграмму передаю наркомпроду. С продовольствием теперь совсем худо. Обещанного хлеба из Царицына... Владимир Ильич, извините, вам нужно быть на час раньше. Пока нет. Сегодня вовсе не выдают. Ни в Питере, ни в Москве. В ближайшие дни помочь вам не сможем. Обескровлены абсолютно. Вы ко мне? На председательскую комиссию. Они на втором этаже. У Яков Михайлович? Кажется, рядом. Спасибо. Вам надо мобилизовать все лучшее для посылки отрядов на Чехословацкий фронт. Без победы над чехословаками не будет хлеба. Прятаться в наркома Ульянов Ленин. Прошу прощения. Здравствуйте. У нас случилось экстренное заседание Центрального комитета. Рассаживайтесь, товарищи. А мы уже собрались верстать порядок съезда без вас. Переходим к конструированию президиума съезда. Принцип прежний. Один член президиума от 50 делегатов. Возражений нет? Нет. Таким образом, большевики имеют 14 мест, левые эсеры 6 мест, максималисты... У нас всего 30. А интернационалистов, демократов 6. Может быть, поведут еще двое. Или трое. Хорошо. Представители ваших партий получат места в мандатной комиссии. Итак. Наша партия делегирует в президиум съезда Карелина, Голубовского, Колегаева, Спиридонову, Комкова и Черепанова. Черепанова. Хорошо. Повестка складывается таким образом. Отчеты совнаркома и в ЦИКа. Продовольственный вопрос, военный вопрос, принятие Конституции. Мы считали бы необходимым дополнить повестку докладами с места. Боюсь, что это очень затянет нашу работу. А я целиком согласен с максималистами. Мы тоже. Доклады с мест нужны. Давайте заслушаем их на фракции. Возражений нет? Нет. Какие-нибудь есть предложения, дополнения? Наша партия предлагает выделить вопрос о Брестском мире. Думаю, что это нецелесообразно. Вопрос будет затронут в докладах и прениях. Конечно, в прениях. Я думаю, с этим можно согласиться. Допустим, что касается состава мандатной комиссии. Да. Впрочем, по этому вопросу мы вам дадим бой на самом съезде. А может быть, учитывая напряженный момент. Боитесь критики? Я боюсь кровавых споров двух советских партий. Правда, если обе партии советские. В этом я с вами согласна. Ну, если бы мы всегда так легко находили бы общий язык. Ну, только не большевикам, упрекать нас нелояльность. И последнее. Приехал Александров с Украины. Мы просили бы дать ему слово для приветствия. Хорошо. Переходим к следующему вопросу. Прошу вас, продолжайте. Товарищи, вот уже два месяца германские империалисты, заключив Брестский мир, пришли на Украину и свергли там советскую власть. Сейчас буржуазии возвращены все права, которые отнят у нее были нашей Октябрьской революции. Немцы расстреливают членов земельных комитетов, расстреливают восставших крестьян. Они не щадят ни стариков, ни женщин, ни детей. Нет уголка на Украине, где бы не белели листки, извещающие о новых казнях. Тысячи расстреляны, тысячи ожидают своей очереди. Вот что дал Украине Брестский мир. Товарищи, но украинское трудовое крестьянство и украинский пролетариат умеют бороться и борются против своих врагов. Сейчас на Украине во всех губерниях вспыхивают восстания. Крестьянство поднимается, организует отряды. И где удается, бьют немцев. Украина борется, но силы, товарищи, неравны. Кровью истекает Украина. От имени нашего съезда мы обращаемся к Всероссийскому съезду с просьбой. Придите на помощь! Придите на помощь!
что преобладающее число тех оваций и аплодисментов, которые заслужил оратор, относится не к его словам, а целиком и полностью к борющимся украинским рабочим и крестьянам. Брестского договора, то я полагаю, что этот вопрос будет решен волей настоящего съезда, а не теми или иными, пусть даже самыми искренними восклицаниями. Объявляется перерыв на 20 минут. Поймите же, у нас для этого нет сил. А сила революционных идей – это для вас ничто. Разве может быть война, когда народу жрать нечего? Хлеба нет. Да откуда может быть хлеб, когда он на революцию? Германия – это авантюра. А ваша ставка на передышку – предательство. А Черноморский флот кто потопил? А что, его лучше немцу надо помогать? Воевать надо было. Чем? Руками. Идите, целуйтесь, Мирбахом, идите, этим провокатором и убийцей. Предатель революции. Это вы говорите о революции? Где вы и ваша партия были в октябре? Мы были на баррикадах. На баррикадах не было видно. Я хочу спутил бун. Товарищи, товарищи, с ума сошли. Прекратите. Что значит прекратите? Товарищи, немецкий пролетариат никогда не пойдет. Так, старший чур, а я полностью согласен с товарищем Лениным. Господин Свет, можно вас на одну минуту? Призывая к разрыву Брестского договора, левые эсеры утверждают, что именно они выражают общественное мнение русского народа. Какого народа? Рабочих, крестьян. Левых эсеров подгоняет буржуазное общественное мнение. Это правда. Я понимаю. Буржуазное общественное мнение. Их интересует общественное мнение кулаков, которые недовольны советской властью не из-за Брестского договора, а из-за нашей продовольственной политики. Это тоже правда. Но не те же самые кулаки, не крестьяне, я уже не говорю о рабочем классе. Никто войны не хочет. И вот это настоящая правда. Да. Еще вопрос, господин Светлов. Что вы думаете насчет Марии Спиридоновой, как о лидере партии левых эсеров, как о человеке? Прошу прощения. Товарищ Сергеев, это по вашей части. Посмотрите. Как о лидере партии, я думаю, что к ней целиком можно отнести ту характеристику, которую я только что дал всей партии в целом. Как о человеке. К сожалению, в политической борьбе мало думаешь об этом. Но она, безусловно, человек мужественный, искренний. Вы, должно быть, знаете, в 1906 году она стреляла в царского генерала, который прославился своей жестокостью. Жандармы... Товарищ Саблин, вы мне нужны одну минуточку. Жандармы гнусно надругались над ней. Потом тюрьма, каторга, наша российская каторга. Освободила ее только февральская революция. Не думаете ли вы, что при такой биографии именно она может стать подлинным вождем нас? Нет, не думаю. Революционные биографии не предохраняют от ошибок и политических заблуждений. Это ведь не вечный капитал, к сожалению. Придется снова выдать жмых и семечки. А два вагона все равно ничего не решат. Владимир Ильич, атмосфера в театре наклена до крайности. Сейчас пои чуть не подрались Лаца с Комковым. Каждую минуту можно ждать рукопашной схватки. Поговорите со Спиридоновой, пусть она воздействует на своих друзей. А я попрошу Яков Михайловича охладить нашу фракцию. Владимир Ильич, да. Телеграмма из Калуги. Я передам Якову Михайловичу вашу просьбу. Да-да. Выясните, пожалуйста, сколько мандатов у нас и большевистской фракции. Так больше продолжаться не может. Прошу тебя поговорить со своим. А что случилось? Там доходит до драки. А при чем тут я? Это не от меня, от ваших дел зависит один меч. Значит, выходит так. Нас будут ругать последними словами, а мы должны молчать. Почему же молчать? Между молчанием и дракой есть немало других способов полемики. Прекратить все разговоры! Внимание! Все смотрят сюда! Внимание! Снимаю! Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8, 9, 10. Еще раз, никто не расходится. Товарищи, никто не расходится. Еще раз. Я не узнаю Ленина. Ленина Октября. Боевого революционного вождя народных масс. У которого был один идеал, одна цель, революция. И который сейчас подсчитывает и высчитывает. Который хочет полюбовно договориться с германским империализмом. И при этом надеяться и невинность соблюсти, и капитал приобрести.
Я говорю об этом с величайшим горем и скорбью. Я тесно связанная до сих пор с большевиками, боровшаяся с ними вместе на одних баррикадах и думавшая вместе с ними закончить славный путь борьбы. Товарищи, товарищи большевики, я спрашиваю вас, понимаете ли вы, что происходит? Мы отступаем в тяжелом бою. На наших руках раненый товарищ. Неужели мы отдадим его врагу, чтобы ценой его гибели спасти свои жизни? Именно так поступает большевистское правительство. Оно отдает на растерзание палачам свободу, наши идеалы, революцию и требует, чтобы мы были молчаливыми свидетелями гибели наших товарищей. Грабители ворвались в наш дом. Они убивают наших братьев, насилуют наших сестер. А мы сидим в соседней комнате и боимся тронуться, потому что и нам достанется. Если это позиция советского правительства, то нам, партии левых революционных социалистов, не по пути с таким правительством. Наша революция – это очаг, искры которой разлетаются во все стороны, чтобы зажечь великий костер мировой революции. Народы мира смотрят на нас с надеждой, и мы должны заявить перед лицом растерзанных братьев-украинцев, перед лицом растоптанных финляндских братьев, перед лицом трудящихся всего мира, которые ждут от нас, чтобы мы боролись, а не стояли на коленях. Долой брестский мир! Долой все разговоры о Бресте! Долой соглашателей! Да здравствует борющаяся Украина! Предоставляется товарищу Ленину. Товарищи, позвольте мне, несмотря на то, что речь предыдущего оратора была местами чрезвычайно возбужденной, предложить вам свой доклад от имени Совета народных комиссаров в общем порядке, касаясь главных принципиальных вопросов, как они этого заслуживают. Мне понятны то волнение, те чувства, с которыми выступала здесь Мария Александровна Спиридонова. Человек, в искренности которого и преданности своей идее, никто из нас не может усомниться. Но в политике надо иметь не только горячее сердце, но и трезвую, холодную голову. Иначе всегда есть опасность остаться в дураках. Товарищи, вы знаете, что со времени последнего съезда главным фактором, определяющим наше положение, изменившим нашу тактику и определившим нашу политику, был Брестский мир. Позвольте мне остановиться на этом более подробно. Многолетняя война изранила все тело России. Помещики, цари и капиталисты оставили нам в наследство величайшую разруху. Народ наш сегодня похож на избитого до полусмерти человека. Наша молодая республика, еще не став на ноги, вынуждена вести ожесточенную, неравную борьбу, окруженная огненным кольцом контрреволюции, мятежей, блокады. Восстание бело-чехословаков. Англо-французы с севера, генерал Краснов на Дону. Стране не хватает хлеба. Практически его просто нет. Прибавьте к этому эпидемию тифа, холеры, цингу. И, наконец, 8 немецких дивизий с
стоящих за нашей спиной на линии Орша-Могилев, готовых в любую минуту обрушиться на нас всей своей мощью. И в этих условиях находятся люди, которые предлагают нам начать войну с Германией, пойти на разрыв, да, несправедливого, да, позорного, но жизненно необходимого нам мира. Заявляя, что в нашей революции есть только одна дилемма, или мир, и, следовательно, предательство, или священная благородная революционная война, наши оппоненты заведомо лгут. Потому что у нас совершенно иная дилемма. Или тяжкий, унизительный мир, или гибель советской власти. Главным вопросом, главным конечным критерием каждой революции является одно. Что она дала народу? Мы начертали на своих октябрьских знаменах два слова. Мир и земля. Но если мы сегодня пойдем за левыми эсерами, то право на землю для крестьян, выразителями интересов которых якобы являются левые эсеры, обернется для них правом на три могильных аршина. Левые эсеры заявляют, что они готовы пойти даже на это. Да, мы сейчас отступаем. Это горькая, унизительная правда. Но у нас нет другого выхода, потому что война сегодня. И в этом отношении не должно быть никаких иллюзий. Означает гибель советской власти. Судьбы мировой революции дороги нам, большевикам, не меньше, чем левым эсерам. Конечно, можно бросить народ в костер мировой революции. Тот самый костер, о котором здесь говорил товарищ Спиридонова. Но люди не хворост. У нас есть живой ребенок. Это наша кровью добытая Республика Советов. Народы мира верят, что мы сохраним этого ребенка. И у нас нет сейчас более святой задачи. В этих целях ЦК партии считает возможным и целесообразным организовать ряд террористических актов в отношении виднейших представителей германского империализма. Одновременно с этим ЦК партии постановляет. Товарищи, я не понимаю, для чего мы все это слушаем. У нас очень мало времени. Постановление ЦК мы все отлично помним. Ты абсолютно не прав. Мы принимаем решение, от которого может зависеть вся дальнейшая судьба нашей революции. Необходимо проанализировать все очень серьезно, без спешки. Надо, чтобы каждый решил этот вопрос для себя сам. Мария Александровна права, продолжайте, прошу я. Мы рассматриваем свои действия как борьбу против настоящей политики Совета народных комиссаров и ни в коем случае не как борьбу против большевиков. Однако, ввиду того, что со стороны большевиков возможны агрессивные действия против нашей партии, Центральный комитет постановляет в этом случае прибегнуть к вооруженной обороне занятых позиций. К вооруженной обороне. Прошу, товарищи, высказываться. По-моему, вопрос ясен. По-моему, тоже. Ленин в одном прав. Обстановка в стране действительно очень тяжелая. Боюсь, что в этих условиях наше выступление может быть истолковано неверно. Я не понимаю, что вы предлагаете? Согласиться с предательством? Что вы предлагаете? Я предлагаю
попытаться еще раз воздействовать на съезд. Я убежден, что многие делегаты в душе колеблются. Но давайте попытаемся еще раз повернуть съезд. Я, пожалуй, согласен с Колегаевым. Я тоже. Давайте попробуем. Товарищ Черепан, доложите о наших перспективах на съезде. До сих пор все наши попытки повлиять демократическим путем на большевиков успеха не имели. Предварительное голосование показало, что завтра при поименном голосовании мы можем получить всего лишь 400 голосов, тогда как у большевиков 750 голосов. Я не берусь утверждать, что у них в душе, но думаю, голосовать они будут за резолюцию своей партии. Несомненно. Еще вопросы есть? Констатирую, исчерпав все возможности, и не желая допустить, чтобы судьбы мировой революции зависели от причуд российской демократии, мы возвращаемся к своему решению от 24 июня. Иного выхода у нас нет. Прошу голосовать. Единогласно. Пригласите Блюмкина. Вячеслав Николаевич, у нас все готово. Дружина Орешкина и конный отряд ЧК готовы. Вы имеете в виду отряд Попова? Да, отряд Попова, а также отряд Венглинского и Первомартовский полк. И вы считаете этого достаточно? Нас поддержит народ. Народ устал от войны. Будем побеждать, поддержит. Кроме того, мы рассчитываем на дивизию латышских стрелков. На латышскую дивизию надо обратить особое внимание. Да, это очень верно. Николай Яковлевич, нужно послать туда надежных товарищей. Мы послали туда трех человек. Поезжайте сами. Надо объяснить солдатам латышам, что сегодня освобождение их родины, Латвии, зависит только от них самих. Поезжайте немедленно. Решение принято. Партия поручает это дело тебе. Андрович, у себя? В себе. Мне ничего нет? Будто бы ничего. Вот какие-то бумаги. Будет, будет, обязательно. Два чистых бланка комиссии дайте, пожалуйста. Угу. Это не мне. Угу. Да, говори. Здравствуйте. Ты готов? Распишись. Собирайся.
документы в порядке? Угу. Товарищ Сергеев, Александрович, машину к подъезду. Ну, с Богом. Я провожу вас. Надо проверить. Черненко! Здравствуйте, Феликс Эдмонович. Добрый день. А я как раз хотел к вам подняться. Я догоню вас. Снова звонил Инукидзе. Вот его письмо. Давайте через час соберемся и подумаем, чем можно им помочь. Хорошо. Да, Вячеслав Николаевич, да? Уймите вы Кочета. Опять его ребята на весь город стрельбу подняли. Учатся, Феликс Эдмонович. Пусть учатся в другом месте. Так можно всю Москву перепугать. Что вам угодно, господа? Представители Всероссийской чрезвычайной комиссии. Вот вам мандат. Нам необходимо видеть господина посла. Аль вам бить-то. Хадам намар, шамиля дочке бан. Вот шумбен бау мьяникс. Вас из сума. Господа, господин Ритц. Ich komme gleich nach. Sie sind von Herrn Dzerzhinski? Вы от господина Дзержинский? Да. Ja. Und was kann ich für Sie tun? Господин советник слушает. Я начальник секретного отдела ВЧК. Представитель революционного трибунала Андреев. Нам поручено переговорить с господином послом по его личному делу. Господин советник уполномочен господином посол говорить по всем вопросам. Речь идет о племяннике господина посла, графе Роберте Мирбахе. Арестованном ВЧК по обвинению в шпионаже. Данные нам инструкции обязывают нас говорить лично с господином послом. Gut, ich werde den Herrn Botschafter informieren. Wollen Sie sich einen Moment gedulden? Господин советник, проинформируйте господина посла. Прошу вас. Садитесь,
Здравствуйте, господа. Прошу садиться. Благодарю вас. Чем могу быть полезен? Речь идет о члене вашей фамилии, господин посол. Графе Роберте Мирбахе, вашем племяннике. Очень сожалею, но среди моих родственников нет человека, носящий это имя. Вероятно, это какое-то недоразумение. Задержанный утверждает, что он член венгерской ветви вашего семейства. Граф Роберт Мирбах обвиняется в шпионаже в пользу Германии. Вы можете ознакомиться с документами. Прошу садиться, господа. Дело весьма серьезное. На днях будет заседание трибунала. Antwort nur auf offiziellen Wege. Ja, nur über Außenminister zu Tschechien. Я полагаю, что мы можем дать ответ на этот через господин народный комиссар Чичерин. Ну что ж, господа, это все, что мы можем сейчас сделать. Может быть, господина посла интересует, какие меры будут приняты по делу графа Роберта Мирбаха? Владимир Ильич, убит Мирбах. В немецком посольстве взорвана бомба. Звонил Чичерин. Убийцы скрылись, больше ничего не известно. Монархист и белогвардейцы? Пока еще не ясно. Правдами и неправдами нас втягивает в войну. Владимир Дмитриевич, срочно разыщите Свердлова. Оповестите всех наркомов и членов ЦК.
и поезжайте в посольство, выясните, что там происходит. И позвоните Склянскому. Хорошо. Точно. Дзержинского. Феликс Эдмундович, вам известно, что только что бомбой убит Мирбах? Я прошу вас срочно расследовать это дело. Срочно! Звоните мне, я у себя. Товарищ Горбунов, зайдите ко мне. Чичерина. Убит Мирбах. Запишите телефонограмму. Елена Сергеевна, зайдите, пожалуйста. Во все районные комитеты РКП, во все районные совдепы, всем штабам Красной Армии. Сегодня около 3 часов дня бомбой, минуточку, убит в немецком посольстве Мирбах. Да, слушаю. Пока ничего не ясно. Хорошо. Это явное дело монархистов или тех провокаторов, которые хотят втянуть Россию в войну в интересах англо-французских империалистов. Не успеваю. Извините. В интересах англо-французских империалистов, подкупивших и чехословаков. Подкупивших и чехословаков. Да. Хорошо. Дело. Мобилизовать все силы. Поднять на ноги все немедленно для поимки преступников. Монотонно жизни мы пока жаловаться не можем. Да уж. Передайте Чурикову, я подписал. Задерживать все автомобили. И держать их до тройной проверки. До тройной проверки. Председатель Совнаркома Ульянов Ленин. Отправьте срочно. Владимир Ильич, я еду. Поезжайте, Владимир Дмитриевич. Примите все меры, чтобы оградить немцев от дальнейших возможных неприятностей. Хорошо. Слушаю, Дзержинский. Что вы имеете в виду? Судя по некоторым признакам, это левоэсеровская акция. Какие документы? Они предъявили какие-то официальные мандаты. Этого только не хватало. А точнее, кто? Одиночки или с ведома ЦК? Это крайне важно. Выясните. Хорошо. Я жду. Если даже не с ведома ЦК, то это результат той истерии, которую они развели на съезде. Черт знает что. Вот вам очередное чудовищное колебнучее мелкого буржуа. Об этом еще Энгельс писал. Закусивший у дела мелкий буржуа. Роберт Геворген Кляйнбюргер. Пожалуйста, Горбунова. Кляйнбюргер. Георгий Васильевич. Сейчас надо во что бы то ни стало повлиять на характер немецкого донесения в Берлин. Повод для военного вмешательства предостаточный. Особенно если учесть, что убийца действовал с мандатом советской власти в руках. То есть? Они предъявили какие-то официальные документы. Ловко. Для немцев это означает, что в убийстве фактически замешаны мы. Надо срочно отправить в Берлин телеграмму. Пусть Иоффе принесет извинения и соболезнования Министерству иностранных дел. Надо сделать все возможное, чтобы немцы не воспользовались этой авантюрой. Если захотят воспользоваться, они слишком близко стоят от Москвы. Нет, я оставил здесь свое письмо, Владимир Ильич. Вы не видели? Нет, нет, не видел. Слушаю. Нет, нет, заседание нужно начать вовремя. Слушаю. Да, слушаю. Да, ровно в 6. Да. Нет, все пропуска на автомашины отменяются. Слушаю. Действительно, подпись моя? И Ленина. Одну минуту. Да? Надо ехать в посольство, выражать соболезнования. Поезжайте, Георгий Васильевич. Что делать? Нет, Владимир Ильич, ехать должны вы. Яков Михайлович и я. По этому вопросу соединитесь с Шибаевым.
говорят в подобном случае. Владимир Ильич, стрелял сотрудник ВЧК Блюмкин. Немцы знают об этом? Он предъявил этот мандат. Здесь ваша подпись. Подписи моя и Ксенофонтова поддельные. А печать ВЧК на этом документе тоже поддельная. Фельдсенмул звонил Трипалов. Блюмкин в отряде у Попова. Попов отказывается его выдать. Что делать? Он знает, что это распоряжение председателя ВЧК. Трипалов говорит, что его самого чуть не арестовали. Я еду туда. Ни в коем случае, только поставить себе. Это ерунда. Туда. Стоит поехать Феликсу, и все будет в порядке. Не знаю. Пожалуй, Владимир Дмитриевич прав. Лучше послать туда отряд. За ВЧК перед партией, Владимирович, отвечаю я. Хорошо, поезжайте. Текст заявления советского правительства прочитает председатель Совета народных комиссаров Владимир Ульянов Ленин. Den Wortlaut einer Erklärung der Regierung Sowjetrusslands verliest der Vorsitzende des Rates der Volkskommissare, Herr Ульянов Ленин. Der Rat der Volkskommissar und das Allerussische Zentrale Vollzugskomitee erlauben sich anlässlich des tragischen Todes des Botschafters des Deutschen Reiches Graf Mirbach ihr tiefes Mitgefühl auszudrücken. Die Angelegenheit wird schnellstens untersucht und die Schuldigen werden rechtsmäßig Strafe erfahren. Der Botschafter Sowjetrusslands in Deutschland ist angehalten, den Hinterbliebenen des Grafen Mirbach im Namen unserer Regierung das tiefste Mitgefühl auszusprechen. Wollen Sie bitte unserer besonderen Hochachtung gewiss sein. Exzellenz, ich werde Ihre Erklärung meiner Regierung übermitteln. Dürfen auch wir Sie unserer besonderen Hochachtung versichern? Господин советник сказал, что он передаст. Engagieren Sie sich bitte nicht. Мы все отлично понимаем. Да. В следующий раз, кто будет стрелять, тот и поедет извиняться. Кремль. Тут за праздник. Мирбаха убили. Добрый день. Ну и что? Сами понимаете, дело серьезное. Добрый здравствуйте, день. Здравствуйте, здравствуйте, Лялин. Где Попов? Он в штабе. Позвать? Не надо. Здравствуйте, товарищ. Попову ко мне. Пусть. Комендатура ВЧК. Это Дзержинский. Пожалуйста, Александрович. Как появится, попросите срочно позвонить мне. Я у Попова. Здравствуйте, Феликс Эдмонович. Где Блюмкин? Не знаю, Феликс Эдмонович. Он был здесь, вот товарищ Беленько с ним разговаривал. Он себя плохо чувствовал, с ногой у него что-то. Ну-ну. Он взял извозчика и куда-то уехал, в какой-то госпиталь. Кто-нибудь видел, как он уезжал? Я видел. Когда это было? Часиков 3-4. Кто был в карауле в это время? Качанка и Шпунтов. Попросите их сюда. Они сменились и куда-то ушли.
Дайте мне честное слово революционера, что вы не знаете, где Блюмкин. Да и слово, Феликс Эдмундович, что я действительно не знаю, здесь ли он. Прежде чем врать, Попов, надо научиться врать. Сдайте оружие. Следуйте за мной, Игорь. Вы давно здесь? Не понимаю. Это Афини, Феликс Эдмундович. Они плохо понимают по-русски. Они здесь посторонних не встречали? Oletteko nähneet jotain vieraita täällä? Tuo käveli pitkä tumma mies vieraasta osastosta. Kaksi miestä sitä kannatti kainaloista. Felix Edmundovic, ani gavaresta ani viisi teistä kovata человека не из отряда. Высокий брюнет, его поддерживали под руки. Спасибо, товарищ. Что будем делать? А черт его знает. Подожди меня здесь. Ну что? Арестовал Попова, ищет Блюмкина. Надо просто сказать ему правду. Он революционер, он нас поймет. В конце концов, не все ли равно, сейчас или через час нас есть. Слушайте, вы с ума сошли, у нас тотчас же арестуют. Дзержинский не посмеет, он должен будет перенести вопрос на съезд. Да вы не знаете Дзержинского. Он арестует всех, и немедленно. Да, у него будут, к сожалению, законные основания для этого. Да любой из нас на его месте поступил бы точно так же. Ну что ж. В таком случае мы вынуждены арестовать Дзержинского. Другого выхода у нас нет. Да, к сожалению, это неизбежно. Тогда чем скорее мы это сделаем, тем лучше. Все согласны? Там никого нет. У кого ключ? Дверь забита, Феликс Эдмундович. Взломать. Там, честное слово, никого нет. Взломать. Напрасно ищете. Блюмкин убил Мирбаха по решению ЦК нашей партии, и мы вам его не выдадим. От имени Всероссийской чрезвычайной комиссии я объявляю вас арестованными. Следуйте в мою машину. Хорошо, мы подчиняемся. Только мы должны сообщить об аресте в Центральный комитет нашей партии. Я не могу вас пропустить, Феликс Эдмундович. Что происходит в отряде? Вы все с ума посходили. Феликс Эдмундович, от имени Центрального комитета нашей партии я объявляю вас арестованным. И требую сдать оружие. Сдайте оружие, Феликс Эдмундович. Ну что ж, товарищ, неужели вы позволите, чтобы какой-то господин в вашем присутствии разоружил председателя ВЧК? Неужели вы не понимаете, что это объявление войны советской власти? Товарищи, я требую помочь мне арестовать эту банду предателей. Прекратите вашу агитацию! Вы стоите перед совершившимся фактом. Брестский мир сорван. Война с Германией неизбежна. Грабежу, которому вы потворствовали, пришел конец. Брестский мир одобрен съездом Советов. И попытка сорвать его — это предательство. Брестский мир — это капитуляция всей нашей программы. Это измена делу революции. Это же ваши слова, товарищ Дзержинский. Мы все хорошо помним это. Это ошибка, за которую очень дорого заплачено. И в которой вы продолжаете упорствовать, не понимая, куда идете. Священной революционной войне.
белогвардейщине и предательству. А отдавать империалистам Украину, Исландию, Литву, отдавать на растерзание миллионы наших братьев. Это, по-вашему, не предательство? Разоружить. Ничего, Феликс Иванович, у вас были октябрьские дни, у нас будут июльские. Весь ваш мятеж будет раздавлен в течение суток. Мы оставляем вас заложником за наших товарищей, которые пойдут на съезд. Уведите арестованных. Собирайтесь, товарищи. Все-таки едете? Нужно, чтобы съезд узнал обо всем от нас самих. Мария Александровна, ребята волнуются. Все-таки этот Дзержинский. Надо бы им объяснить, что к чему. Хорошо. Я поговорю с ними. Федор! Поднимай людей, вышли охранение, выводи броневики. Остальных всех на митинг. Брониками не выйдет. У нас бензина ни капли. Но бензин надо достать. Попробуй. Что, Берлин? Молчит. Прошу. Читал. Полностью с вами согласен. Ну что, Владимир, пока ничего хорошего. Надо ехать на съезд. Письмо Сурганова готово? Давайте. Прошу вас напечатать несколько слов, я вам продиктую. Омск. Предсовдепа Курчанского. Что срочно? Дзержинский не звонил? Это? Угу. Знаете, я это подпишу. Турова. Нет, Свердлов. Товарищ Туров, мы сейчас выходим. Угу. Ну, это все подождет. Поехали, товарищи, поехали. Заседание нужно начать вовремя. Владимир Ильич, вас к прямому проводу. Берлин? Ярославль. Баяна. Я все-таки поеду на съезд. Уезжайте, Яков Николаевич. Аркомбаяну телефон. Позвоните мне в перерыве. Здравствуйте. Что сделано для подавления мятежа в Ярославле? Когда? Так вот, Семенов сообщает подробности. Весь состав совета вырезан. Расстреляны Химсон. 109 человек утоплены в Волге. Не хочу думать, что ваши работники проявят промедление, но прошу вас всячески усилить личный контроль. Стяните туда все, что можно и нельзя. Сообщайте мне каждый час о положении дел. Были в посольстве, извинились. Берлин пока молчит. Пути и программа нашей партии ясны и прямы. Через полный отказ от каких-либо соглашений. Через классовую борьбу против помещиков и капиталистов. Через восстание и революционную войну против всемирной буржуазии. К полной победе над войной, над эксплуатацией, к завоеванию социализма во всем мире. Мы не хотим пролития братской крови.
Мы зовем наших братьев-большевиков идти вместе с нами по пути социалистической революции. Мы отправляемся на съезд, чтоб перед лицом всех трудящихся, перед лицом всемирного империализма объяснить нашу позицию. Мы верим, что делегаты съезда все как один поймут и поддержат нас. Да здравствует власть Советов! Смертельная и беспощадная борьба всемирному империализму! Ура, товарищи! Товарищ, что случилось? Чья машина? Я делегат съезда. Вот. Вот, пожалуйста, мой мандат. А что случилось? Вот что, товарищ делегат. Вылезай скорее из машины и двигай отсюда быстро, понял? Что, по-русски не понимаешь? Кузьменко, объясни, товарищ. Товарищ, это какое-то недоразумение. Я делегат съезда, понимаете? Вам же сказано, вылезай. Значит, вылезай. Товарищ, это какое-то недоразумение. Я буду жаловаться, в конце концов. Слушай, браток, у тебя бензину много? Немного есть. Поступаешь в распоряжение партии левых эсеров, понял? Товарищ, это какое-то недоразумение, товарищ. Я представитель Ковровского совета. Моя фамилия Бельман, я делегат съезда, вы понимаете? Меня ждут. Проверьте документы и извольте... сообщил? Хрусталев, работник УЧК. Он ездил вместе с Дзержинским в ответ Попова. Ему удалось оттуда выбраться. Немедленно свяжитесь с Центральным комитетом левых эсеров. Выясните, знают ли они об этом. Дзержинский арестован Центральным комитетом левых эсеров. Там были все. И Прошьян, и Спиридонова, и Колегаев. Они перенесли свою резиденцию в штаб Попова. Открытое восстание. Мятеж. Попытка дворцового переворота. Вызовите под войско и Муралова, сообщите им, что они назначаются руководителями всех операций по ликвидации мятежа. За жизнь Феликса мятежники ответят головой. Передайте это им. На время отсутствия Дзержинского председателем ВЧК назначить Лацис. Что же касается фракции левых эсеров, арестом члена правительства они поставили себя вне закона. Фракцию левых эсеров на съезде арестовать. Передайте Свердлову. Сергей Петрович! Добрый день, товарищ. Товарищ Степан. Я ему говорю. Товарищи, замечательно.
Яков Михайлович. Да? От имени нашей фракции мы просили бы дать нам слово для внеочередного заявления. Хорошо. Марья Александровна, я буду здесь. Хорошо. Спасибо. Что, Ленина еще нет? Чего-то нет. Ну как, товарищи, будем начинать? Кворум есть. Членов президиума прошу подняться на сцену, а делегатов занять свои места. Посмотрите на Свердлова. Товарищи, в президиум съезда поступила записка. Большевистская фракция просит предоставить ей возможность до начала работы провести небольшое 10-минутное заседание. Я думаю, это особых возражений не вызовет. Фракция приглашает делегатов съезда большевиков, гостей членов большевистской фракции, пройти напротив, во второй дом советов. Через 15-20 минут съезд продолжит свою работу. Виктор Александрович. Вечно какие-нибудь сюрпризы, Яков Михайлович. Что поделаешь, Мария Александровна? Вся наша жизнь состоит из сюрпризов, больших или малых. Выясните, что там происходит. Немедленно перекройте все выходы и входы. Никого не выпускать до особого распоряжения. Пусть все сидят на своих местах. Передайте нашим делегатам сбор на Малой Дмитровке. Проходите, проходите. Николай Дмитрович, подождите меня. На Малой Дмитровке. Яков Михайлович. Яков Михайлович, простите. Владимир Ильич передал фракцию левых эсеров арестовать. Уже. Выходить со сцены нельзя. То есть как? Приказ товарища Лациса. Это уже становится смешным. А если мы хотим курить, не говоря уже о прочем? А что случилось? Курите здесь. Интересно. Никто ничего не знает. А что случилось? Зачем чем дело, товарищ? Ну, вам же самое. Объясняйте, товарищ. Приказ товарища Лациса. Кто еще приказ? У нас есть. Александр, по-моему, нас здесь просто арестовали. Во всяком случае, нас не выпускают. Нас есть приказ! Нас не выпускают! Что же тут происходит? Спокойно, товарищи! Нас лицемерно обманули! Обман еще никогда не являлся признаком силы! Я вас призываю к революционной выдержке! Спокойно, товарищи! Граждане эсеры, вы все останетесь здесь до особого распоряжения Совета народных комиссаров. Марисанну и всю фракцию Петерс арестовал. Да, давайте, ждем. Большой театр оцеплен. Я еле оттуда выбрался. Подожди минуту. Больше мне ничего не известно.
Ну что ж, теперь во всяком случае все ясно. Вот они, твои любимые большевики. Мои! Ну это же вы, Прошьян, мечтали объединиться с ними в одной партии. Арестовать делегатов, избранных народом. До этого не доходило даже царское правительство. Мы должны с оружием в руках освободить наших товарищей. И это надо сделать немедленно и прежде всего. Прежде всего. Телеграф, телефон, электростанция, вокзалы, мосты. Вы хотите оставить Спиридонову в их руках? Да я за Марию Александровну не только Большой театр. Я пол Кремля слезу вместе с Лубянкой. Ты можешь дать мне небольшой отряд? Я возьму человек 100 и одну бронемашину. Мы ударим со стороны метрополии и разнесемся их охрану. И я еду с вами. Я тоже. Товарищи, но ведь это же братоубийство. Да, и что же вы предлагаете? Все время один и тот же вопрос и один и тот же ответ. У нас нет другого выхода. Ну хорошо, Попов, у него революционный ветер в голове, но ты, Прошьян, там же наши товарищи, с которыми мы вместе делали революцию, делили хлеб-соль. Ты будешь стрелять в Петерса, в Ленина, в Свердлова? Ну что молчишь? Нет другого выхода, это хочешь сказать. В сторону эсеров перешла часть войск московского гарнизона. К ним присоединился конный отряд ВЧК. Артиллерийский дивизион Колчанова. Сейчас меня интересуют только те, кто с нами. Владимир Ильич, все лучшее отправлено на фронт. Кроме того, Ярославль. У нас остался только Кремлевский полк, курсанты пехотной школы и дивизия латышских стрелков. Но ее нет в городе. Почему латышской дивизии нет в Москве? Все части, кроме Кремлевского полка, выведены в летние лагеря. К тому же сегодня Иванов день. Ну и что? Это наш любимый праздник. А как настроены латыши? Вы в них уверены? Да есть сведения, что эсеры работали там. Но каков результат, сказать трудно. Так. Я вызвал сюда Вацетиса. Он вместе с Муралом занимается оперативными вопросами. Я хочу его послать к латышам. Ни в коем случае. Это опытный военный, надо оставить его на оперативных делах. Лучше послать туда дельного партработника, латыша. Надо послать Данишевского. Я позову его. Угу. Как Вацетис оценивает обстановку? Где он? Он здесь, Владимир Ильич. Угу. Товарищ Вацетис, выдержим до утра. Обстановка неясная, Владимир Ильич. У нас почти нет войск. Мы с товарищем Подвойским предполагаем проехать по городу. Нам нужно время. Сколько? Часа два, Владимир Ильич. Да. Через два часа мы вам дадим ответ. Скоро 10 сделано, пока что очень мало. Мы все время упускаем инициативу. Я хочу, чтобы поняли вы и передали всем товарищам. Если мы не сделаем отчаянных усилий для превращения киселя в нечто твердое, мы слетим. Положение из рук вон плохо. Я буду вас ждать. Еще одну телеграмму послать. Юфи молчит, потому что молчат немцы. Владимир Ильич, Данишевский ждет. Ну что, товарищ Данишевский, объяснять мне вам нечего. Брест лишил латышей родины. Это отличная почва для эсеровской агитации.
Уезжайте. И во что бы то ни стало, вернитесь обратно. Мы должны знать, ждать нам эти полки или принимать другие меры. Попробуй, Владимир Ильич. Владимир Ильич, я еду на Дмитровку. Там собирается наша фракция. Мобилизуем всех членов правительства, членов ЦК. Вооружим рабочие отряды и будем наготове. С делегатами в районы поедут Смедович в Сокольники, Скрипник, Рогожско-Симлевский район, Зиновьев городской, Цурюпа и Шлихтеру за Москворечь. Шлихтера лучше в Лефортово. Хорошо. Теодорович и Подбельский в Басманный район, на Трубную Каменев. А на Пресню? Бубнов. Ленинцев нарком, Свердлов съезд Советов, Правде Бухарин, Узвестик Стеклов. Склянский в военном комиссариате. Пусть полностью сосредоточится на Ярославле. Полностью к нему Жилашевича. Хорошо. Иофи в Берлине, Петровский Артем Калантай на Украине, Сталин в Царицыне, Рыков в Казани. Сталин и Рыкову подробную телеграмму о всем случившемся. Надо послать Урицкого и Заславского в Питер. На случай, если эсеры и там что-нибудь задумают. Да. Вопрос с латышской дивизией не только военный. Это уже политический вопрос. Если латыши, которым эсеры обещали вернуть родину, выступят против мятежников, это всем докажет правильность нашей политики. А если не выступит? Документы. Фамилия? Данишевский. Машина переходит в распоряжение партии левых эсеров. Выходите. Никуда мы не уйдем. Где ваш командир? Терехин! Терехин, тебя. Кто такие? Латышские стрелки. А-а-а. Пропусти. Проезжайте, товарищи. Пропусти! Ждем вас, товарищи! Товарищи! В городе мятеж партии левых эсеров. Арестован Дзержинский. Убит делегат съезда Абельман. Положение чрезвычайно серьезное. Есть предложение распределить по районам Москвы всех членов нашей фракции помощь местным силам. Речь идет о существовании советской пролетарской власти, о судьбе революции. В районы пойдут Басманный район, Ананин, Кулевский, Бауль, Козлов, Баранов, Банквицер, Коркин, Мельников, Майоров, Степанов, Кржановский, Трофимов, Туманян, Зюзин, Павлов, Белогорлова, Шуров, Арман, Кочетков, Смирнов, Фельдман, Михайлов, Цветков, Викман, Завьялов, Базанов, Огурчиков, Титов, Шлихтер, Дубков, Горок, Баймбетова. Это сделано бесчестно! Это сделано от имени советской власти! Это предательство, подобного которому не знает история, во всяком случае революционная. Это акт вероломства, который могли совершить только азефы революции. Это падение, после которого политические партии не поднимаются. Вас, съезда советов, абсолютным большинством недвусмысленно выразили свою волю. Мир и только мир! И если партия, входящая в советы, сохраняет за собой право в любой момент срывать решение Совета, этой партии, позволю себе заметить, в рамках существующего государства места нет. Утверждая за собой монопольное право на заботу о мировой революции, левые эсеры на деле стреляют ей в спину. Прав был Владимир Ильич, когда говорил, надо воевать против революционной фразы, чтобы не сказали когда-нибудь про нас,
что революционная фраза о революционной войне погубила революцию. Это чтобы все поняли, что речь идет совсем не о замене одной правящей партии другой. Если сегодня советская власть поскользнется, то завтра власть перейдет в руки контрреволюции, которая железным катком пройдет по всем революционным силам, не разбирая, где большевики, а где эсеры. В этот трудный момент, когда решается судьба наших завоеваний, Российская коммунистическая партия большевиков уверена, что вы грудью встанете на защиту наших пролетарских завоеваний. Мы победим в июле, как победили в октябре. Нужна армия. Рабочих пустим только в самом крайнем случае. Будем ждать. Не знаю, Владимир Ильич. Нельзя бросать под пули необученных людей. Что от Данишевского? Владимир Ильич, Берлин. Что ж, убийство посла слишком большой козырь. Наивно было бы думать, чтобы немцы не воспользовались этим. Что означает готовься к самым крайним требованиям? Да-да, вот именно это и означает. А что им может помешать, особенно вот в этих обстоятельствах? Вы полагаете, Берлин уже знает о мятеже? А не полагаю, я уверен. Ну хорошо, давайте на минуту забудем о левых эсерах. Георгий Васильевич, давайте рассмотрим все варианты немецких требований. Какова может быть реакция немцев завтра? Разрыв Брестского договора и приказ войскам, которых еще вполне достаточно, следовать в Москву. Хотите начать с этого? Разумеется. А наши переговоры о контрибуции? Зачем немцам терять такой куш? Ну что вы говорите, Владимир Ильич? То, что я получил в результате этого наступления, настолько превосходит ваши жалкие контрибуции, что тут двух мнений быть не может. Безжалостный человек, Георгий Васильевич. Как же? Война. Значит, принять ход, предложенный эсерами. Именно этого они и добиваются. Ну что ж, может быть, в этом и состоит историческая судьба левых эсеров. Послужить той самой вишневой косточкой для нужд белогвардейцев, которую нам суждено споткнуться. Ну хорошо. Есть другой вариант. Они могут потребовать усиления охраны немецкого посольства. Пожалуйста. Путем введения в Москву батальона или полка своих войск. Очень может быть, такие прецеденты есть. Ввод войск для охраны жизни своих подданных. Ну, знаете, Георгий Васильевич, мы на это не пойдем. Всему есть предел. Призовем весь народ. Все взрослое население. Война? Мы вернулись к тому, с чего начали наш разговор. Война, война, война. Война – это гибель. Товарищ Подвойский, что будем делать? Впереди застава. Сворачивай направо. Стой! Стой! Стой, говорю! Ну-ка, давай прямо. Стой, стрелять буду! Стой! Стой! А ну гони по Покровским казармам. Понятно. Первомартовский полк тоже перешел на сторону эсеров. Стой. Эсер. Быстрее, ну, быстрее. Попробуем прорваться через Курский вокзал.
Стой! Стой! Гони вообще. Как же вы могли выступить против советской власти? Почему против? Мы не против. Сам Попов сказал, что мы за советы. Только без Мирбах. Значит, снова хочешь воевать? У нас приказ. Чей приказ? Кончай разговоры. В тюрьме находится. Феликс Эдмундович, мы вас все уважаем. Наше дело честное и верное. С нами все за Москворечье, Покровские казармы, Первомартовский полк. На нашей стороне командующий Восточным фронтом Муравьев. Переходите к нам, Феликс Эдмундович. Если бы у меня был револьвер, я пустил бы тебе пулю в лоб, предатель. Мартин Янович, но ты не революционер, настоящий товарищ, латыш. Немцы душат Латвию, убивают наших товарищей. Ты заступаешься за Мирбах, а тебе не стыдно? Мне стыдно, что я тебе вчера не прихлопнул к контру. Значит, выходит так. Если не мы вас, так вы нас. Все равно мы вас. А вы что молчите, Александрович? Могли. Как вы могли? Я так верил вам. Я член партии социалистов-революционеров Феликс Эдмундович и действовал по решению ЦК моей партии. Ну что ж, как дисциплинированному члену вашей партии я жму вам руку. А как моего заместителя по ВЧГ, я прикажу вас расстрелять. Сейчас у эсеров насчитывается более 2000 штыков, артиллерия, более 60 пулеметов и несколько броневиков. Я оставил в Ацетисе в штабе у Муралова. У меня есть спички. Электростанция тоже в их руках. Да, туда уже послали отряд Цыганкова. Мы усилили то немногое, чем располагали за счет делегатов съезда. Распределили весь партактив. Разослали товарищей по вокзалам, в казармы, в отдельные батальоны. Но всего этого слишком мало. Слишком мало, Владимир Ильич. Эсеры захватили район Чистых прудов, захватили Всесвятское, захватили все за Москворечье. Они оттеснили нас за Яузу. И сейчас усиленно стягивают войска к центру. Я еле сумел к вам прорваться. У меня такое впечатление, что они готовят штурм Кремля. Владимир Ильич арестован Лац. Здание ВЧК захвачено эсерами. Оттуда прибыл Кузнецов. Так. Владимир Ильич, если в течение часа от Данишевского ничего не будет, надо вводить в бой рабочие отряды. Другого выхода нет. Я пойду к товарищам, познакомлю их с обстановкой. И мы продумаем меры по обороне Кремля. Свяжитесь с Петерсом. Он назначается председателем ВЧК. И позовите, пожалуйста, Горбунова. Товарищ Горбунов, подготовьте все необходимое для перехода правительства в артиллерийские казармы на Ходынке. Вы меня поняли? Надо, чтобы утренние газеты вышли с сообщением о первом заседании нового правительства. И это заседание должно быть в Кремле. К утру Кремль будет взят. Кремль должен быть взят ночью. Сейчас, немедленно. Безусловно. Ночной штурм может стоить нам половину отряда. А утром у меня будут развязаны руки, я пущу в ход артиллерию. Слушайте, в конце концов, два часа ничего не решает. Два часа могут решить все. Неужели ты не понимаешь, что делается в городе? Скажи ему. Во всех районах
Большевики интенсивно организуют рабочие отряды. Пока они плохо вооружены, но к утру это будет внушительная серьезная сила. Ну вот, пожалуйста, тем более. Товарищи, мы не имеем права ставить отряд под удар. Так решено. В 4:30 мы начинаем артобстрел и сразу штурм. К 5 часам все будет кончено. Решено. Главное победить. Потом все станет на свои места. Я не знаю, кто победит, но боюсь, что будет побеждена революция. Товарищ Прощан, нужно написать воззвание к рабочим. Хорошо, я напишу. Больше нельзя, надо действовать. У нас здесь человек 400, многие вооружены. Охрана 100, не больше. Разбейте людей на группы, дайте каждое задание. Сигнал к началу, Варшавянка. Разобрать и упаковать в ящики. Что, если сам вообще ничего не говорите, а? Сами узнают хуже. Что в списке? Расскажите, а куда черные папки положить? Это все не нужно. Вы? Я член ВЦИКа. Только съезд может лишить меня моих полномочий. Мне нужно поговорить с Владимиром Ильичем. Подождите. Владимир Ильич, к вам Колегаев. Кто-кто? Да-да. Колегаев Андрей Лукьянович. Вот и как. Ультиматум. Ну что ж. Ультиматум так ультиматум. Просите его сюда. Я понимаю всю нелепость моего появления здесь, но речь идет о судьбе революции. Мы слушаем вас. Владимир Ильич, революция переживает величайшую трагедию. Надо остановиться, мы губим революцию. Вы говорите это нам. То же самое я говорил и там. Нам нужно найти общий язык, мы должны договориться. Я вас не понимаю. Это что? Предложение вашей партии? Владимир Ильич, я пришел сюда как частное лицо, для которого дороже всего интересы нашего общего дела. Прошу прощения, но у нас сейчас нет времени для частных разговоров. Владимир Ильич, вы не имеете права так говорить. Мы должны стать выше партийных разногласий. Может быть, от этого зависит вся дальнейшая судьба России. Поймите, от того, что Робеспьер и Д'Антон не могли договориться, выиграл только Наполеон. Что может быть страшнее раскола в революционном лагере? Мнимое единство. Никакого единства с людьми, которые в любую минуту готовы поставить страну на грань катастрофы, быть не может. Передайте своим друзьям, товарищ Колегаев, что вчера, 6 июля, в России стало одной партии меньше.
Я вышел из этой партии. А может быть, вас просто обидели? Владимир Ильич, когда я был членом правительства и работал под вашим руководством, у вас было достаточно возможности узнать меня. Вы все сбежали из правительства. Вы сбежавший член правительства. А попросту дезертир. Вы все дезертиры, испугавшиеся ответственности. Владимир Ильич, вы не хотели нести ответственность за вашу политику, потому что не были с ней согласны. Ведь у вас была замечательная возможность, оставаясь в оппозиции, критиковать нас. У вас была организация, газеты, деньги. У вас было все, о чем может мечтать оппозиционная партия. А вы? Вместо лояльной оппозиции заговорщики. Простые пешки в руках белогвардейцев и прочей дряни. Ну, в этом вы правы. Еще вы самоубийцы. Центральный комитет самоубийц. И я уверен, что вся эта авантюра оттолкнет от вас не только большинство ваших рабочих и крестьян, но и многих интеллигентов. Вот с этими людьми мы и создадим новую партию. Какую? Партию революционных коммунистов. И опять будете утверждать, что никакие человеческие жертвы, как бы велики они ни были, не должны нас останавливать, если речь идет о мировой революции. Великие цели, Владимир Ильич, невозможны без великих жертв. Я знаю только одну великую цель. Счастье людей. И не каких-то абстрактных, а тех самых, которыми вы собираетесь пожертвовать. Сейчас не время для политических споров. Но и тем более не время для политических компромиссов. Мне очень жаль, Владимир Ильич, что мы с вами так фатально не понимаем друг друга. До свидания. До свидания. Владимир Ильич, извините, вы прочитали? Да. Почти. Тут кое-какие пометки на полях. Что в городе? На Николаевский вокзал прибыл отряд эсеров с Питера. Подкрепление. Вероятно. Рабочей дружине Басманного района удалось их разоружить. Много их было. Человек 100. В Большом театре заметное оживление эсеров. Это сообщает. Нас ругают. Песни поют. Одна другой революционнее. Они вооружены? Не исключено. Петерсон. Граждане эсеры, Всероссийская чрезвычайная комиссия предлагает вам всем сдать оружие. Товарищи, не сдавайте! Это произвол! А вы его нам давали! Оружие мы не сдадим! На гнусные, бесчестные требования сдать оружие мы отвечаем отказом! Задержанные с оружием через час будут судимы по всей строгости революционного закона. В этой комедии. Вашего суда мы не признаем и никогда не признаем. Прошу сдать оружие. Прошу. Прошу последовать примеру гражданки Спиридоновой.
стреляют наши! Держитесь, товарищи, выше голову! Да здравствует революция! Начинают. Ну-ну. Иван Васильевич, прошу вас, проверить, пожалуйста, посты. Начинают. Похоже. Дивизия входит в город. Эти части надо сосредоточить в районе храма Христа Спасителя и Страстной площади. Ваш полк остается в резерве. Расположите его в районе Арбата вот здесь. Необходимо помнить, что силы противника еще во многом превосходят наши силы. Основной удар по кольцу А. Здесь пойдут ваши полки. И отсюда со стороны Покровских ворот. Отсюда же начнем артиллерийский обстрел Трехсвятительского переулка. Со стороны Покровки артиллерия не пройдет. Там все перерыто. Знаю. Орудие придется подтягивать на руках. Одновременно со штурмом откройте огонь по штабу эсеров из орудий. С артиллерией подождем. Можно предложить им сдаться. Дайте им 20 минут на размышление. Хорошо. Попробуем. Ваш батальон, отряд Дудина и курсанты артшколы должны занять все мосты и заставы. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы части эсеров, расположенные в Покровских казармах, соединились со всеми остальными. Ясно, товарищ? Так, вопросы есть? Мне нужны пулеметы. Сколько? 2-3. Найдем, товарищ Васильевич? Надо подумать. Товарищ Подвойский, если вы оставляете у меня броневики, я могу передать их. Владимир Ильич, они обстреливают Кремль. Вижу. Ну что ж, они сами сделали выбор.
Куда, Владимир Ильич? В Сокольники. За час не обернемся, а потом там еще стреляют. В Сокольники. Всероссийский съезд Советов продолжает свою работу.